Унылой промозглой осенью радовать горожан будут три туристических троллейбуса. Специальная пленка, изготовленная по эскизам победителей конкурса социальной рекламы, украсит электротранспорт. Конкурс «Туристический троллейбус» проводился в сентябре. Жюри выбрало три лучших варианта оформления рогатых. Это второй этап. Первый раз мы его проводили летом на День города, когда создавали свой первый исторический троллейбус. А сейчас в рамках создания туристического троллейбуса было подано также немало заявок, было из чего выбирать, и экспертное жюри непосредственно определялось уже из того материала, который был представлен. Первое место заняла коллективная работа «Я люблю Иваново», созданная молодыми дизайнерами. В таком стиле украсит троллейбус 4-го маршрута. В этом дизайне используются строения и памятники города, известные, да, нарисованные в стиле такого, ну, детского примитивизма, да. И вот хотелось бы, чтобы у людей, у жителей нашего города ощущение детства вот этого опять возникло. Чтобы оформить троллейбус, требуется 2-3 рабочих дня. Все зависит от сложности рисунка и особенности пленки, на которую он нанесен. Алексей Галушкин занимается оформлением троллейбусов уже 12 лет и говорит, что эта работа только на первый взгляд проста. На самом деле и поверхность, на которую наклеивают пленку, неровная, и много мелких деталей. Самый сложный участок – двери. Простая пленка, она без защитного слоя, тонкая. Потом ее тоже сложно наклеивать. Она мягкая, тонкая, потом тут надо, вот бывают складки или воздушные пузыри. И приходится, то есть есть уже навык. Да, вот я, допустим, клею смело, у меня уже, кажется, навык-то есть. У меня, в общем, это очень редко там сладкие или пузыри воздушные получаются. Уже через неделю туристические троллейбусы начнут курсировать по городу. Они будут работать на 3-м, 4-м и 11-м маршрутах весь октябрь. Сотрудники мэрии обещают, что постараются достигнуть договоренности на более продолжительный период. Такая пленка, если нанести на нее защитный слой, сможет прослужить целый год. Любовь Подчерникова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.